Приветствую, друзья! Эпоха римского права достигает на наших глазах своего исторического минимума. Есть такое выражение «кануло в лету», но глагол «кануло» почему-то всегда используется в прошедшем времени. Я бы хотел сказать, что она прямо сейчас канает в лету. Или как там правильно? И пусть канает! Думаю, настоящего времени у этого слова вовсе не существует. Ну так вот, римское право канает в лету, а нас отправили всех поплавать, или, как говорят морские волки, походить, так сказать, по-мокрому. Ну то есть переводят потихосеньку в морское. Но в морском праве ты сам себе и выбираешь корабль, и капитана этого судна. Также можешь, как в игре «Морской бой», создавать себе попутные суденышки и кораблики. Ну вот, к слову, этим и воспользуемся. Поскольку можно создавать любые персоны, лица и юридические лица, создал для себя кораблик под названием «Управление по защите прав человека и контролю за недопущением дискриминации». Ну, чтобы этот кораблик еще и зафиксировать, сразу же составил вексель с названием «Административно-исковое заявление» и направил для акцепта в орган с названием «Суд», чтобы некоторые действия этого управления сразу же признали незаконными. Местечковый орган, называющий себя «Суд», сделал вид, что ничего не понимает и отказал в рассмотрении административного искового заявления. В отказе он пишет, что якобы Управление по защите прав человека и контролю за недопущением дискриминации не существует среди налогоплательщиков, и что он не будет ничего рассматривать. Отказ в рассмотрении – это же отдельный вексель. Но раз мы же в морском праве, и я, конечно же, опротестовал его. А далее уже пеляшка, уже вправила пунктирной линии серого местечкового, так называемого суда, и указала ему, что требование к административному ответчику, должностному лицу, управлению по защите прав человека и контролю за недопущением дискриминации, так называемым судом, не разрешены. Но ясно же понятно, что у этих нечистей, которые на второй ступеньке повыше стоят, знаний-то побольше о том, как создаются кораблики в вексельном праве. Вот они, так сказать, со своей второй ступеньки и делают, так сказать, на нижних, чтоб им самим по карме не прилетело. Ну а нижние этим и умываются. Так что создавайте свои надежные корабли и будьте их капитанами. И, как говорится, и море по ведрышку можно вычерпать. До встречи!